Всем привет, ребята, еще раз показал я вам уже несколько победителей, еще будет несколько, это те, которые были прошлые, и сейчас мы, ну, на этом видосе я разыграю еще два окника, то есть выберу два победителя 144, по-моему, или 145 видосов. Сейчас мы дойдем, пересмотрим, и останется у нас еще три на завтра, то есть у нас еще акции будут и завтра. Я не хочу сразу все, чтобы некоторые ребята успели. Давай даже не так сделаем. Если у меня получится, завтра я запущу стрим, один на стриме разыграем, а два разыграем так, ну, я сделаю там видос, посмотрим. Может, и три на видосе разыграем, два по видосам, один в онлайне. В общем, это мы решим. Победители, как видите, есть. Уже я сколько дал? Раз, два, три. Короче, завтра у вас будет тоже трешовый день. Кучу уже сегодня я больше победителей вам загружать не буду. Я дофига сегодня поотдавал окников. Ну, еще и завтра разыграем. Возможно, этих успею сегодня еще сделать, потому что хочу тоже отдохнуть. Надо шашлычок жарить, сделал шашлычок. Кто в теме, ставьте лайк. Так. Что-то мы на английский сервер зашли. К зажравшемуся твинку. Так, что надо делать? Многие спрашивают и спрашивают и спрашивают, что делать, что делать. Ребят, на стартовой страничке есть видос, там все рассказано, что надо сделать. Ничего сложного. Очень много начали писать. Купи за донь, ребят. Я сразу вас предупреждаю, кто пишет. Такой, я не люблю этого. То есть я попрошаю, ну, честно скажу, не люблю. Я сразу же блокирую, удаляю, поэтому, пожалуйста, не задрачивайте. Вы не особенные для меня, все мои подписчики равные. Я не люблю, знаете, там, за донь, на тебе. Условия для всех одинаковые. Бывает у меня настроение, это вот кто купит сам, и там разные варианты. Бывает, им я помогаю за старание. А так, ну, я не считаю это правильным, скажем так. Так, что мы тут не позабирали, кстати, магазины, разбей яйца. Мы сейчас этого всего открывать не будем. Плюшки мы, по-моему, все пооткрывали. Да, у меня остались сундуки, надо, кстати, использовать хоть как-то. Синие кристаллы, вот моя имбушка. Кстати, надо выбрать талантики. Уже прокачать будет. Показывал вам разные сборки. Герой действительно обалденный. Утекание. Замедление. Мы, наверное, вряд ли выбьем для героя нормальный талант. Смотрите, как ремки дает. Нифига себе. Прикольно. Даже ради интереса поставлю ремку. Жалко, что ли. В общем, разъясняю еще раз, ребят, для тех, кто не знает, что надо делать. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, в данном случае у меня есть такие, ну, у меня много разных. В Бравл Старс я играю, там тоже конкурс идет. Надо будет, кстати, разыграть Лего. Он единственный, ну, сегодня победитель, вы его видели, аккаунт. Он захотел в битве замков. Что надо делать? Есть такое понятие у меня еженеделька. Видосы, которые публикуются с понедельника по воскресенье, участвуют в конкурсе. Чтобы принять участие, вы должны быть подписаны на мой канал. У вас должны быть репосты за неделю этих видосов. И также у вас должны быть открыты подписки ваши и открытые видосы, куда вы сделали репосты. Плюс под видео написать комментарий, как с вами связаться, потому что через YouTube, к сожалению, с вами связаться не могу. То есть любым удобным способом, и я могу, чтобы я мог посмотреть, куда вы делали репосты. Ну, в основном это делают ребята в ВК. Кидайте только свою айдишку. Вы сейчас, в принципе, увидите, я вам покажу, как это ребята делают. Вот, в принципе, все. Потом я выбираю рандомом видос за неделю, но, к сожалению, в последнее время у нас на русском сервере месяц не было огника, мне продавались тут, вот завезли, и я решил это сделать все сразу, поэтому я не буду выбирать там, вот у него есть 2-3
4, ну, в данном случае, когда я буду сейчас разыгрывать, это будет уже на эту неделю, то есть с понедельника по следующее воскресенье. Я буду выбирать, чтобы были там минимум 15 видео. Я намного больше за неделю публикую, но минимум 15 должно быть. Ну и, соответственно, все условия сделали это, получили. Ничего сложного. То есть все как бы очень просто. Единственное, с Ютубом лажа, то, что не все комменты могут добавлять, не все могут там репостить. Ну, в общем, к этому мы тоже дойдем и поменяем, думаю, потому что времени, честно говоря, сейчас на это нет, но я стараюсь, скажем так, вы знаете, что у меня куча видосов, помимо этого, ну, YouTube это так, увлечение, хобби. Так, окей, поехали, не буду вас задерживать, я хочу жрать. Так, убираю ОБС-ку. Вы можете подписаться на телеграм-канал, ссылки есть в описании, добавиться в ВК, в друзья ВК я просто редко отвечаю, проще в телеграм, и там все есть, я туда репощу свои видосы, ну, скоро будет у вас много трешечка. Так, захват экрана, открываю. В общем, у нас видосы за неделю. Следующие, вот после этих двух, завтрашние видосы будут участвовать вместе с этим видео, то есть... Вот у вас последние две топ-лиги подряд, по-моему, да. То есть видосы будут участвовать еще и вот эти, которые сегодня вышли, завтра. Поэтому чем больше у вас видео, скажу так, тем больше у вас шансы. И никто вас не заставляет, это чисто дело лично каждого, просто для того, чтобы с вами связаться. Вы не оставили коммент, допустим, там, или этот под видосом, я не смогу вас просто рандомом выбрать, вот и все. Я сам не выбираю, я... предоставляет рандомчику, потому что ну его нафиг. Кто видел, как это мучительно бывает часами, я вам скажу, это не так просто, как вы думаете. Такс. Какой там у нас новый пират месяц. Так, а где этот? Уже где-то далековато. А вот, счастливчики недели. Вот отсюда считаем. Смотрим, так, берем одну линию. Вот линия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 плюс 1, 24 и плюс 1 видос. 24 это на 6, это что у нас? 144. 145, 146. От 1 до 146, короче. Вот так вот будет у нас. Я, знаете, это вспомнил, как бывает, типа, как HG пишут, типа, владелец имеет право на изменение правила конкурса. То есть я просто решил так, ребят, потому что у меня нету, честно скажу, времени вот это сидеть, высчитывать по неделям, где какое было. На эту неделю уже будет, ну, с этой недели, с понедельника уже все нормально. То есть видосы за неделю будут участвовать. А так я вам просто даю 5, чисто рандомом. Все как положено. Так, что я сюда залез? Что я хотел? Рендстаб, генератор чисел. Ваш любимый. 1, 146. Вот так вот я выбираю, нажимаю сгенерировать. 45. Побежали обратно на мой канал. Так, чуть не оглох. 146. Куча видосов. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я так буду считать. 11, 17, правильно, вроде не забыл табличку. 17, 23, 29, ну да, минус 1.
А сколько у нас там, блядь, башка забита, столько информации на день, 40, 45, да? Так, 45, давайте так, раз, два, три, четыре, пять, берем так, раз, два, три, четыре, пять, это 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Guild Wars 13, 13. Это будет первый видос. И давайте сразу же Ренстафом второй. 143. Отлично. 143 ищем. Их всего у нас 145, 146. 146, 145. 144, 143. Правильно? Правильно. Минус. Минус 3. Так. Сам Лорд Ньюскин. Вчерашний видос. Вот так. Вот этих два видео. Это два победителя. Сейчас я их выберу. Так. Давайте так. Давайте первый шатаем Расты на БГ. Изначально я всегда вам показывал, я захожу, открываю, видите, не все комментарии попадают у нас нормально. К сожалению, приходится вытаскивать спам. Это одна из проблем из-за того, что ребята пишут ссылку, видите как. Но многих кидает и даже так за идишку, я не знаю почему. И тут меня уже этим запарил, это самое печальное, то что приходится вот так вот бегать и открывать потом. Но ничего не поделаешь. Я так пооткрываю. Вот так я мучаюсь, ребят. Для того, чтобы отдать вам. Может будет, пишите в комментах, если вы найдете какой-то более универсальный способ, чтобы можно было со всеми связаться, потому что не все есть в ВК, там и в других сетях, и это и есть проблема. Я не против. Вот ребята пишут, что сделать, чтобы ты задонатил. Ну, блин. Короче, нет слов, скажем так. Так, потом у нас еще все. Отлично. Вот видите. Отлично, есть, да? Это у нас первый видос. Блин, опять придется сейчас. А, я его, в принципе, сохранил. Открываем. Рандомизатор. Я не буду смотреть, сколько у вас видосов в этот раз. 1, 2, 10. Ну, в принципе, так, пересмотрим. Тут рандом. Кому ставить огонь жизни? Недавно заснял видос. Поехали дальше. Профукал ты своего лобника. Так, участвую. Данил Кузьмин. Смотрим. YouTube канал. Открыто, все есть. Видосы 3 недели назад последние. Ну, то есть, вот так вот должно все у вас быть. Отлично, красавчик 2, Тежни Тому. Он оставил коммент под этим видосом. Или... Интересно, где-то видео. 13, 13. А вот Guild Wars 13, 13. Так, отлично. Поехали на его страничку в ВК. Собачка один. Может это спасает. Я не знаю, ребят, как вам помочь в том, чтобы было удобно искать. Так, сейчас включу заставочку, потому что тут... А, в принципе, какая разница. Вы все равно там не видите самую верхнюю строку, да? К сожалению. Ну, вот можете вбить у себя ВК-ID-шку. Сами посмотреть. Данил Кузьмин. Отлично. Репосты есть. Все сделано правильно. Вот это вот все условия. Сейчас мы посмотрим еще единственное. Потому что многих бомбит. Посмотрим подписку.
Если подписка на мой канал, я надеюсь, есть. Это печально будет. Так, есть. Красавчик. Все, поздравляю. Пишем ему написать сообщение. Плюс. Поздравляю. 9 минут назад был. Отлично. Так, этого выбрали, поехали следующее. Sunlord. Недавний видос. Вчерашний. Поехали. Так, я копирую сразу ссылочку. То есть я вам показал все, что надо сделать. У вас есть возможность там до завтра, еще завтра будет 3. Ну, 2 в любом случае, один может в онлайне, посмотрим там, как получится. Не знаю, как приеду. Сори, ребят. В общем, у вас будет возможность это сделать. То есть эти все видосы, плюс сегодняшний, плюс вот этот видос, то есть получается, плюс сколько там у нас видосов? 146, 47, 48, 49, 150. 150 видосов, среди них я опять же выберу 2 рандомных. Такс. Так, отлично. Открыл. Поехали. Опять рандомайзер. Сейчас мы его обновим. Захотела нам Sunlord'а копировать. Ctrl-C. Что за фигня? А, блин, называется кинул. Туплю уже. Так, смотрим. Надеюсь на великий рандом. Очень хотелось бы лохника. Вадим Пучкин. Вадим Пучкин. Я надеюсь, ты сделал все правильно. Так, репосты есть даже сегодняшние. Красавчик. Неделю назад. Все сделано правильно. Так, красава. Отлично. Смотрим подписки. Подписка есть. Отлично. Вот это мне нравится, когда просто зашел себе, посмотрел. Так, ВКшка его он так оставил. Вадим Пучкин, говорю, Пушкин. Так, все сделано правильно. Все есть. 48-49 минут назад, ребята, в последние моменты. Ну, молодец. Так, сори, ребят. Сейчас я уже доразыграю. В общем, это еще один. Еще один победитель. Вот так вот. 2 победителя есть. Все, что надо сделать, я вам показал. Поэтому все зависит, ребят, только от вас. И от рандомчика, конечно же. То есть я еще разыграю. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите завтра, и я надеюсь, кому-то из вас, ну, по-любому кому-то из вас повезет, это не угадайка, это уже чисто рандом. Все, всем удачи, всем пока.